Картины Малевича, Ван Гога, Пикассо, Брюлова. Но не оригиналы, а их вольные копии можно увидеть на выставке «Искусство глазами детей» в культурно-спортивном центре «Мечта». Воспитанники из-за студии «Я художник» постарались повторить мировые шедевры, но так, как видят их сами. Эксперимент удался, считает их педагог. Мы все жанры взяли. То есть здесь и русский авангард очень много, и импрессионисты, и классика немножко меньше. Весь срез мирового искусства, и еще раз повторюсь, что важно, что дети это делали сами от души и пропуская через себя. И я считаю, что вот этот уровень, и я, конечно, испытываю гордость. Катя 12 лет. Графика – ее любимое направление в изобразительном искусстве. Поэтому и выбрала носорога Альбрехта Дюрера. Говорит, когда готовилась к выставке, узнала много нового о художнике. Он немецкий художник, нарисовал эту картину по зарисовкам и рассказываем описание этого носорога, потому что вживую он его не видел. Этого носорога привезли в Португалию. И вот когда они везли этого носорога в подарок на лодке в Грецию по Пиренейскому, корабль тот затонул. И ему пришлось рисовать его только по описанию. Отличие вольной копии от обычной прежде всего в том, что художник может выразить собственные эмоции, а это гораздо больше. Поэтому каждая работа уникальна. Дети не только мастерски повторили сюжеты известных картин, но и внесли свой собственный вклад в искусство. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».